Всем привет, вы на канале Бати Бати Дитя, и сегодня я буду показывать Теслу. Вот такая вот Тесла Кибертрак. Все открывается, капот. О, попробую подцепить, да. Подцепил, короче, двери открываются, закрываются. И при открытии дверей она издает звуки. Вот есть такой звук. И есть еще вот такой звук. Просто бибиканье. С задних дверей, когда она... Это просто задние двери. Дальше здесь у нас бортик. В комплекте идет квадроцикл. Его здесь нету, я просто его убрал специально. Нажимаем на колесики, машинка вот так вот светится. И стопаки тоже будут гореть. В общем, красивая Тесла у нас здесь в доме. Вот, очень... Красивая такая. И в комплекте еще идет он к ней прицеп вот такой. Он раскладывается и тоже раскладывается обратно. Там есть внутри что там? Шкаф, кровать, диван и столик. Ну, чтобы есть. Сюда можно садить какие-нибудь такие игрушки. Маленькие, например, либо из киндера, либо маленькие человечки. Либо каких-нибудь сюда... машинок садить. Ну, вот у меня есть вот такой человечек без одной ноги. Ну, это просто лего-конструктор. Да, вот, складывается. Зад поднимается вверх. И еще здесь есть такой вот тайный вход с лестницей. Как вы уже заметили, видно внутри. Ну, вот такая у нас красотка Тесла есть. В доме. Я ее купил в интересном магазине. Называется этот магазин, по-моему, игрушки не Европа, как там? Мам, подскажи. В Витебске? Европа? Нет, нет, не в Европе. 100%. Ну где? В Витебске? Ну да, в Витебске. Ну, просто там магазин вот. Такой детских игрушек. Да. И вот как раз... Я в нем купил. Кто, кому нравятся машинки, мальчикам или девочкам, кому нравится вот такое все, тот приходит в магазин, пускай и покупает. Вон там Васька наш пошел. Куда-то. Обзор услышать. Да. Ну вот такая у нас красотка. Всем пока, бай. Пока. Bye-bye. Goodbye.